May you explain what is this Sahaja Yoga? Sahaja Yoga. Maybe no. I don't know. What is it? Я не знаю, что такое. What is Sahaja? Sahaja Yoga. Maybe. I do not know what is Sahaja Yoga. Я не знаю, что такое. It is not mentioned in Bhagavad Gita. Это точно не упоминается в Бхагавад Гите. It is not mentioned in Vedas. Это точно не упоминается в Ведах. Сейчас, ну, сейчас женщина просто. Что тогда под йогой подразумевается? Потому что я знаю, сколько вот у нас, допустим, даже в зале уже сохранилось несколько методов. Есть янтра-йога, есть там еще какая-то йога. Более тысячи методов. But how we get make distinction between yoga, because in Yuzhno-Сахалинск there are so many kinds and ways of yoga. So, our yoga, this yoga, this is called Bhakti Yoga, Yoga of Devotion. Та йога, которую мы представляем, это йога преданного служения, Bhakti Yoga. In Bhagavad Gita, Krishna explains about yoga. И в Бхагавад-гите Кришна объясняет смысл йоги. He said there is Karma Yoga. Он говорит, есть Karma Yoga. Karma Yoga means the yoga of work. Это йога деятельности. That you should do your duty. То есть, когда вы выполняете свои обязанности. And you should be detached from the result. Но при этом вы отречены от результата работы. The results we should give to Krishna. Вы результаты предлагаете Кришне. Bhakti yoga means devotion. Bhakti yoga означает преданность Кришне. Yeah. We should do the devotion. We should chant. We should hear about Krishna. То есть мы действуем с преданностью, мы повторяем имена Кришны, мы слушаем о Кришне. We should remember Krishna. Мы стараемся помнить о Кришне. This is Bhakti Yoga. В этом Bhakti Yoga. You should read Bhagavad Gita. Поэтому, чтобы понять, нужно читать Бхагавад Гиту. В школе учат, что любовь — это содержание заботы, что одного человека любить нельзя, нужно всех любить. In school, he studied that love is care, not about only one, about everyone. What should we think about it? Yes, this is right. That right. We love everyone, not only people. И мы должны любить не только людей даже, на самом деле. All living entities, любить, all life. Любить каждое живое существо, каждую жизнь в чем-либо. Because everyone, everything is part of Krishna. Потому что каждое существо часть Кришны. Krishna is in the heart of everyone. А Кришна в сердце каждого. Что такое любовь вообще? What does it mean, love? What does it mean, love? Love means that you're willing to do whatever is required to please the other person. Любовь означает делать все, что только можно, чтобы удовлетворить объект любви. And even if the other person does not show appreciation for what you do, you don't care. Даже если при этом объект любви не оценит то, что вы делаете, но при этом счастлив, вы об этом, вас это не заботит, главное, что он счастлив. In the material world, people think love is I will give something, you have to give me back. В материальном мире часто любовь это ты мне, я тебе. То есть, если ты мне что-то хорошее делаешь, тогда я тебе буду хорошее делать. That is not pure love. Это не чистая любовь. But pure love is to give without wanting anything back. Любовь в высшем смысле слова, чистая любовь, означает, я делаю все для тебя, и меня не интересует, дашь ли ты мне что-то за это. Just like devotee of Krishna, they should give service to Krishna, we will chant Krishna. We do not think, what will I get from Krishna? Как вот преданные Кришне, они служат Кришне, повторяют Твое имя, и не думают при этом так, а что же я за это получу? We're not thinking. I'm chanting Hare Krishna. What will Krishna give me? Мы не думаем так, повторяя Hare Krishna. Так, что же мне Кришна даст? That is not love. Это тогда не любовь. No, right? Правильно. We chant Hare Krishna because we like to chant. Мы повторяем Hare Krishna, поскольку нравится воспевать. We want to please Krishna. Нам нравится удовлетворять Кришну. We don't care. I don't want anything. Я не хочу ничего за это. I just want to give Krishna. Я всего лишь хочу дать это, отдать это Кришне. That is love. Вот это любовь. But if we say I'm chanting, you have to give me. Но если мы говорим, я вот воспеваю тебя, а ты мне что-то дашь.
I have chanted Hare Krishna 10 times, you have to give me 10,000 rupees. Я же повторял 10 раз Харе Кришна, ты должен мне 10 тысяч теперь. Then it's business. Это же бизнес. It's not love. Это явно не любовь. Мы же должны научиться в материальном мире иметь такие отношения с людьми, с близкими, с людьми. Бескорыстная любовь. Не только к Кришне, но и к людям, близким. But only not with Krishna we should study pure love. Only with the relatives, also with another persons. She asked, but we should construct our relations with based on pure love, not only with Krishna, only with another persons. What other persons? For example, my relatives, our friends, maybe our family. Not only for Krishna. But that's with Krishna. Your family, your friends. That is all based on the body. А отношения с нашими родственниками и друзьями основаны на теле. We have to love the soul. Мы должны любить душу. We are talking, we are not the body, we are the soul. Мы не души, мы не тела, мы душа. So we should love everyone. Мы должны любить каждого. Of course, you may have special love for your family, your friends. Безусловно, у вас есть сильная привязанность к своей семье, к друзьям. Why? Почему? Because they are also part of Krishna. Потому что они также часть Кришны. You understand? Not just the body, but they are part of Krishna. Не то, что у вас любовь к телам, а на основе понимания, что они часть Кришны, частички Кришны. Hare Krishna. Вы говорили, что убийца должен быть убит. Кем? Last night you said that murder should be killed also. If you said that murder should be murder, should be also be killed, yes. But whom? Who is should kill him? Government. А правительство. То есть он должен получить смертную казнь, другими словами. То есть это нормально, смертная казнь, и что люди, допустим, человек всю жизнь посвящает такой работе, да? Убивает других людей, Is it right that in a state there is a, how to say, a killing of prisoners? And if somebody has a job in government state to kill somebody, is it right? Yes. Да. Ну, это его работа, в принципе. Because if someone is a murderer, if he is not killed, then next life he will suffer very much. То есть по законам Веды, если убийца не будет сам убит за свое убийство, то в следующей жизни он будет жутко страдать. Because he has done very great sin. Потому что он совершил тяжкий грех. So in his next life he will suffer very bad. Поэтому он будет жутко страдать в следующей жизни. Правительство таким образом помогает ему сразу избавиться от кармы. Такой человек может быть преданным? Кем? Преданным. Can such murder became a devotee? Yes. Да. Да, он может в принципе стать преданным. Тогда не обязательно, что его убьют. А подождите, до того, как он убил, нет, или после? Я имею в виду про человека, который просто казнь... Палач. Да, он может утром произносить Харе Кришна, а... He asked not about murder, about that person who has a job of killing on the state of government. For example, he at the morning chant Hare Krishna and then he go to the job and kill some prisoners who should be killed. Yeah, he can also be devoted. Это его работа. Он может быть преданным, но такая работа у человека. Because he is doing duty. Он просто выполняет обязанность, он не совершает вот это убийство, он просто на посту государства. If he did not kill the murderer, then that person will suffer very much in the future. Опять же, то есть если убийцу не убьют, он будет страдать в следующей жизни. So he is doing good work. Поэтому в этом смысле он помогает этому человеку, он совершает хорошую работу, потому что он сразу нейтрализует этот грех, то есть человек искупает ему сразу. Тогда мы ничем не отличаемся от убийцы, если правительство так выносит такое решение убить человека, тогда получается мы от него ничем не отличаемся. Он убил, и его убили. But in this way the government is
has no difference between murder and government is also murder, because murder is kill and government is also kill. There is no difference between them. Murderer is so if murderer killed somebody and the government also killed this murderer, so this is the same. No, that is punishment. Нет, нет, здесь смысл в умонастроении, это наказание. То есть это немножко другое. It is the duty of the judge, just like you go to court, the judge will say he can punish people. Это наказание, то есть своего рода оплата этого. То есть судья выносит такое наказание в соответствии с поступком. То есть этот поступок, он эквивалентен убийству. Sometimes someone will come to the court, the judge will reward him. He will say, you should be given money, compensation. Иногда человек приходит в суд, и ему выносится выкуп. То есть ему говорят, заплатишь деньги, и все. Another time the judge will come and say, this person has to be punished. А в другой раз судья, анализируя ситуацию, выносит конкретное наказание. But the judge is neutral. He is not going to suffer or enjoy. То есть в данном случае судья, по идее, должен быть непредвзят. То есть он не хочет убить этого человека, просто он в соответствии с определенным поступком назначает определенное наказание. Это в идеале. Получается, здесь мы не сравниваем уже. Ни то, ни это. So here we non-comparison. We don't compare one to the other. Мне просто интересно, бывает, просто я видела на рассказах по телевизору, что ошибаются, да, вот судьи, что оказывается, что через некоторое время, что человек, оказывается, его оклеветали, и на самом деле он не совершал, а его уже убили. Что с этим человеком? But sometimes there is some situation, he asked, because he saw sometimes in television, that one person, he was named as a murderer and he was killed, but this was a mistake. And what with this person? What is his? So then that this is something. Some reaction will come on the judge. They've made a wrong decision. They punished the wrong person. Then there will be some reactions, some karma. Скорее всего, это карма. То есть такие ошибки, они не приходят случайно, скорее всего, это где-то в будущем, где-то в прошлом это случилось. So not suddenly. Yeah. Да, то есть такие вещи не случайны. That is not the usual situation. Это, конечно, необычная, не ситуация порядка еще. А люди, которые не умирают, а как называют, в кому уходят, в летаргический сон, они говорят, что мы приходим к Богу, и Он нас отпускает, говорит, у тебя много детей, иди их воспитывай. Почему отпускает? Sometimes there are the facts about people who deep into the lethargic dream or coma, and they after they getting into consciousness, they describe that they came to the Lord, and Lord said to them, you have so many children, you have some responsible, so go back into the body. Why does it causes? What does it happen? Who tells them to go back into the body? Lord himself. They describe that he saw the Lord, and Lord said to him, you should return into material world. Well, these are all people's claims. We don't know what is the fact. Сложно сказать. Возможно, это просто навеяло. Нельзя это как факт принимать. То есть, как бы мало ли что человек могло и почудиться. То есть, это нельзя воспринимать как как факт. God does not just talk to anybody. Вряд ли Бог разговаривает с каждым. He will talk to only very special, very pure people. Обычно Бог проявляет себя только через особых, очень чистых личностей. Если взять только личность, допустим, Гитлер. И что? Объясните мне грехи на примере этой личности. Вопрос. Вот сколько смертей, да. Вопрос. Он тоже не один, Он просто как глава, но он все равно не один. За ним стояло целое общество. Допустим, в следующей жизни что с ним будет?
То есть, что например, будет, что... Ну, в следующей жизни он как страдает. Какова судьба Гитлера? Вообще, никак, да. Каковы его ждут страдания за его преступление? Ну, это тоже вообще, да. She asked, how miseries have Hitler for his crime in next life? Hitler, Adolf Hitler. Strange questions. Well, he was not the only sinful person. You know, it's not all Hitler's fault. There was a lot of other bad people too. А как вы и сказали, он был не один, за ним целое общество стояло. On both sides. То есть с двух сторон. On both sides. Just like, you know, America, they dropped a big bomb on Japan. America, they use a big bomb, heavy big bomb, atom bomb to drop on Japan. Например, вот Америка, она кидала бомбы на Японию. So this whole business, war, both sides are bad. Там все замешаны в этом, там все греховные, обе стороны, потому что все эти войны, там по всем этим разбираться. They're all fighting because they want to enjoy. Они все сражаются только, чтобы получить, урвать друг у друга что-либо, наслаждение. Now both sides go to hell. Обе стороны идут в ад. Кто-то за нефть, кто-то за что. Somebody owing to oil and somebody owing to... Yeah. Everyone want to enjoy. Вот если материальные ресурсы, да, вот, ну, нефть, там, газ, вот, там, используют, только вот кучка вот самая олигархи, они себе все деньги забирают, и как бы, будут наказаны или нет они. Some people who steal material resources in a great sizes, for example, oil, gas, and so on, will they get punished? Yeah, да. Get punished. They are thieves. Они воры. They are taking what does not belong to them. Они берут то, что им не принадлежит. So everything belongs to Krishna. Все принадлежит Кришне. So we have to use everything for him. Поэтому мы должны все использовать для него. Some are big thief and others are little thief. Есть большие воры, есть маленькие воры. Мой друг покормил собачку, и собачка поела и стала громко гавкать. Он сказал, что даже собачка Кришну благодарит. Чем покормил? Ну, едой чем. Просто едой? Конечно. His friend get food to the dog. Got food to the dog, and after feeding this dog began to barking loudly. So this friend said that even a dog thanks to Krishna. Okay. Один вопрос, но one question on the maybe the last question. Я не знаю, чей это вопрос. Он был в первый день, мы его ставили на потом. Может, найдется автор, кому-то интересно. Вот врач в своей клинике делает операцию. Хорошо. Почему в другой клинике так никто не может хорошо ее провести, что клиент буквально порхает всю оставшуюся жизнь? Что здесь происходит с точки зрения медицинской цивилизации? Okay, the question is, for example, the doctor in his clinic made his surgeon operation, for example, and he did it very nicely. But why in the next clinic another doctor cannot do the same operation also nicely? Why does it happen from the point of view Vedic civilization? Karma. 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 Sometimes the same doctor may do the one operation well and the next operation bad. Иногда даже один и тот же доктор делает какую-то операцию, она удается, а в какой-то момент, бац, происходит какой-то свой ошибка. So there's this everything. This is all karma. С точки зрения ведической цивилизации, это карма. You cannot think, because I'm spending the money, I'm paying a lot of money, and I have the best doctor and the best hospital, you will not get, you will, that everybody will get cured. No, still people die. Не всегда так, что если у вас много денег, и вы идете в суперкрутую лечебницу, и там вас обслуживает супердоктор, что все будет 100% хорошо. Иногда люди умирают даже в этих случаях.
The doctor is not God. Доктор это не Бог. He is also under the control. Он сам находится под контролем, под управлением Кришны. Очень важный вопрос хотел спросить. Вот человек, мне один товарищ сказал, что человек похож на сосуд. И вот когда он совершает грехи, этот сосуд наполняется и постепенно как бы до уровня головы доходит. Тупит. Если ты не как говорится, не перестаешь совершать грехи, на истинный путь не встаешь, то вот этот вот сосуд переполняется, человек погибает. А если он начинает молиться, то у него как бы снизу открывается дно, и вот это все выливается. Это правда это или нет? One question about his friend told him that some metaphor that the person, the man, just like a vase. Body of person, just like a vase. If this is sinful person, this sins is a collect in this vase and feel more and more and more. And if this person doesn't stop to get sinful action, so this vase is overfilled and then this person is died. But if he became a sainted person, get nice things, so bottom of this vase is opened and all sins neutralized. Is it true? A little bit. В каком-то смысле. Is it a karma? Что? Это карма. This is karma? Yeah, you can change karma. Вы можете так изменить карму. Karma can be destroyed. Карма может уничтожаться. You can have good karma and bad karma. Вы можете заработать хорошую или плохую. But karma keeps you in material world. Мы можем управлять кармой. Can we manage our karma? Сейчас с тобой тоже. You want to get free of karma. Вы можете освободиться от кармы. We want no karma. Вы можете полностью. Because karma will keep you in the material world, means birth and death. А карма удерживает вас именно, вот она и удерживает в материальном мире, в череде рождения. You cannot get only good karma. With good karma there will always come some bad karma. Вы совершаете не только хорошую карму, вместе с хорошей кармой приходит, ну, совершается также и плохая карма. But if you do service for Krishna, then you get no karma, free of karma. Но если вы служите Кришне, вообще никакой кармы не будет. So it's better to be free of karma. Лучше быть полностью свободным от кармы. И это хорошая карма. Thank you. Okay. 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 Последний еще один вопрос. А вот когда люди во время тайфунов погибают, там тысячи, там помните, когда было на каких-то островах, да, вот. Это тоже что ли неужели все там карма у всех? She asked, maybe you remember the big typhoon in Thailand in some years ago. Yeah. Does it mean that it was a collective karma for all those people? Yeah. Да, это была коллективная карма. Был вопрос про духовное просветление. И учитель сказал, что для него духовное просветление является также избавление от материальных гун. От всех трех вопросов, от всех трех гун надо избавиться, стараться, или просто перейти в гуну благости? Хороший вопрос. Nice question about you told some time ago about spiritual enlightenment. And you said, answering on this question, that a spiritual enlightenment for you it's being free from gunas of material nature. And question is, we should be free from all three gunas of material nature, or we should full on stage of goodness, mode of goodness. If by devotional service, then we can come to the stage of pure goodness. That means it's pure goodness means without any influence of any other mode. Занимаясь преданным служением, мы поднимаемся на уровень чистой благости. Это не гуна материальной природы, это выше всех гун. But we have to get rid of first of all passion and ignorance. Но вначале, конечно, мы должны преодолеть, отказаться от гун страсти и невежества и подняться сначала в гуну. Because if we are just simply in goodness, then there will always it's easy for passion and ignorance to also come. То есть, если, потому что если мы не находимся в гуне благости, то гуна страсти и невежества будут постоянно действовать. Means sometimes we're good, but then sometimes also passion. Но даже поднявшись в гуну благости, будет действовать гуна страсти и невежества. Иногда будет все хорошо, иногда снова страсть будет примешиваться сюда. And then sometimes also some ignorance. И даже иногда невежество будет перемешиваться в гуне благости.
mixture will come. То есть гуны смешиваются. But if we do devotional service, then we can transcend all the influence. Но занимаясь преданным служением, вы полностью освобождаетесь от влияния всех гун. Of course, we cannot. It's not so easy just to do devotional service all the time. Конечно, не так-то легко заниматься преданным служением все время. So we have to take care to try to keep ourselves in goodness when we are not doing devotional service. When you don't do devotional service, then you must be careful not to let passion and ignorance come. Но также, занимаясь преданным служением, мы должны быть внимательны, чтобы сюда не примешивалось гуна страсти и невежества. And you have to associate, try to keep yourself always in goodness. То есть стараться всегда находиться в благости. Means be clean, cultivate knowledge. Означает быть чистым, поддерживать чистоту, культивировать знания. Be have all good habits. Развивать хорошие привычки. This is goodness. Вот это благость. Goodness means more happiness, more knowledge. И результатом будет больше знаний, больше счастья. But passion means suffering. А страсть означает страдание. More misery. Какие-то беспокойства. So try to chant Hare Krishna, follow the regulated principles, and this will help you. Поэтому старайтесь повторять Hare Krishna, следовать регулирующим принципам, это поможет вам. Okay, thank you very much. Большое спасибо, Hare Krishna.